Как принять оплату с кредитной карты клиента, если нет терминала? Ну, в данном случае сначала нужно принять деньги небольшими суммами на номер МТС, например, по 800 рублей. То есть оплата сотовой связи выбрать МТС. И дальше, если верить службе поддержки, нужно проделать вот следующие команды, которые вы видите на экране. Так. И дальше команды. Видимо, комиссии не маленькие. Ну и к тому же, я так понял, возможно, они будут пройдены вручную. То есть нужно будет подождать несколько дней, пока деньги выйдут на банковскую карту. Сделаем раз, принимаем оплату как на номер сотового свой. И второе действие, это выводим деньги с номера сотового МТС на свою банковскую карту.